Орден мужества посмертно вручат семье, а имя героя навсегда будет внесено в списки его воинской части. Жители поселка Восточное Мутнинского района простились с земляком, который погиб, спасая сослуживцев. Кирилл Сысолятин подробнее. 27-летний военнослужащий контрактной службы ефрейтор Алексей Витюгов с весны 2011 года нес службу снайпером на Северном Кавказе. Сначала в Чечне, в Грозном, позже был отправлен в командировку в Ингушетию. На счету Алексея за это время накопилось более 30 боевых выходов. Разведывательно-поисковая операция 15 октября оказалась для солдата последней. Возвращаясь с боевого задания, которое проходило на территории, кстати, не Чеченской республики, а республики Ингушетия, он, будучи в составе разведгруппы, услышал подозрительный шум, дал команду разведгруппе залечь. Сам то же самое залег, но, к сожалению, подорвался на мине и умер от острой кровопотери. Позже выяснилось, что группа вышла к мини-ловушке, и если бы не сигнал Алексея, то бойцы погибли бы все до единого. На родине, в поселке Восточном, Алексея Витюгова похоронили на центральной аллее кладбища. За героический поступок он представлен к ордену мужества, а имя ефрейтора навсегда внесено в списки воинской части. Кирилл Сысолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.